Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать луковую ферму в домашних условиях своими руками. Для проведения этого ботанического опыта вам понадобится 5-литровая пластиковая бутылка, лук и земля. Для начала возьмите маркер и отметьте те места в шахматном порядке, в которых будем вырезать отверстия. С помощью какого-нибудь острого предмета делаем небольшие отверстия. И помните, с острыми предметами работайте аккуратно. После этого при помощи ножниц вырезаем окружность, которая будет соответствовать размеру луковицы. Немного терпения, и наши отверстия готовы! Нужно сделать несколько отверстий на дне бутылки, чтобы вода в бутылке не застаивалась. Последнее, что нужно сделать, это отрезать горлышко бутылки. Теперь из этой бутылки будем делать луковую ферму. Обязательно нужно приготовить какую-нибудь подставку. Итак, приступим. Для начала насыпаем землю до уровня первых отверстий. Теперь устанавливаем нижний ряд луковиц. Перед установкой нужно отрезать верхушку луковиц. Итак, к сожалению, у нас вышла небольшая ошибка. Отверстий в бутылке оказалось больше, чем лука. Поэтому придется один ряд отверстий заклеить скотчем. Добавляем еще один слой земли. Теперь землю нужно полить немного водой, чтобы она осела. А сверху посадим 3 гиганта. Еще раз поливаем и убираем нашу луковую ферму на подоконник. Лучше всего, если окно будет на солнечной стороне. Итак, прошло 3 недели с начала этого ботанического эксперимента. И вот такой у нас получился результат. Итак, расскажу, что у нас происходило от начала до конца. Первую неделю рост лука был минимальный. Сначала у лука формировалась корневая система. И после этого начался рост зеленого лука. А вот так выглядит корневая система через 3 недели. К
сожалению, лук прорастал очень неравномерно. Хотя каждый день мы его поливали и поворачивали разными сторонами к солнцу. Даже сейчас вы можете видеть, что какой-то лук уже вырос, а другой только начинает. Но это даже хорошо, так как у вас к столу всегда будет свежий зеленый лук. Так как наступила зима, витамины нам не помешают. Думаю, этой фермы нам хватит на 2 месяца. На сегодня все. Всем пока и до встречи в новых видео.